Есть у нас мусоросортировочный завод, построили, который там 380 там, тонн или 1000 тонн перерабатывает в год. Соответственно, туда свозится сырье разного, то есть пластмасса, железо, стекло. Там отсортировывается это. Соответственно, отсортировывается и потом продается производителям, переработчикам, таким как я, железчикам, стекольным заводам, то есть пластиковым заводам. Ну, много кому оно все распродается. И почему такой высокий тариф? Он должен упасть, потому что народ, получается, грубо говоря, должен меньше платить, потому что они вот это сырье, которое народ им предоставил, народ им, они продают потом для дальнейшего, ну, то есть переработки. Они продают. Соответственно, с народа надо меньше брать, потому что они дали сырье как бы заводу. А тут у нас наоборот. Надо больше поднять с народу, чтобы народ заплатил, и потом еще и переработчик заплатил. А что, хороший бизнес.